удачно атакует издали, но пока ограничивается своими проходами. Ливи Жаншар на своем щите. Но Иванухов отправился отдыхать. Активный отрезок, а вместо него вышел Мэла, Тримбл и Тони Джигири. Данил Походяев появился у руны. И у ЦСКА отметим появление площадки. Но впереди. Ну а ЦСКА спокойно может играть прессинг, потому что все 12 игроков, практически 12 игроков в обойме Эмил Райкович. На улице Островная, 7. Каспер Уэйр. Сложный бросок. Нет, это передача Ливи Жаншар. Спиной-спиной развернулся мяч в кольце. 37-37. Каспер Уэйр и Ливи Жаншар. Еще один средний. Не промахивается. И ему доверяют дальние броски. И он надежды свои оправдывает. Каспер Уэйр отвечает. Сложный бросок. Точно в цель. Бросок упал. Вернулся в защиту. А тут уже Каспер Уэйр разгоняет. Амат Мбай. Точно издали. Неудачный бросок в переднюю дужку. И армейцы уже разгоняют свою атаку. Каспер Уэйр один. Нельзя его оставлять, потому что это... Камерон Янга 6 очков. И тоже один из 7, как у Амата Мбая. Точный трех. Был шанс у Янга сравнять счет в очередной раз в этой встрече. Каспер Уэйр издали. Точно через руки Алекса. Так скользит по паркету. Ну, все в порядке. Джерома Хилл уже в защите против Каспера Уэйра. И это люб своих игроков. Достается всем. И Савину достанется этот фол нападения. И Раданову достался. А Каспер Уэйр. И затягивается, затягивается атака. 7 секунд. Каспер Уэйр один будет решать. И будет идти до конца. Сложный бросок. И